Вас приветствует канал GameDop. Итак, на Diablo 3 вышло обновление 2.4.1. С этим обновлением нам добавили в игру кучу вещей для создания своего индивидуального образа. Это крылышки, питомцы, иконки, шмотки и тому подобное. И сейчас я вам расскажу и покажу, где можно взять вот такие вот звездные наплечники. Они падают из Uber Diablo души зла. И для тех, кто не знал, как попасть к этому боссу, рассказываю. Сначала идем в 4 акт, портируемся в Сады Надежды, 2 уровень. Ищем там хранителя ключа. Место его расположения указывается фиолетовой стрелочкой. Бежим к нему, убиваем его. И нам всего нужно выбить адское устройство страха. Если нам повезло и устройство упало, тогда портируемся в первый акт. В наш город Тристан, там есть домик, подбегаем к домику, проламываем двери, заходим. Вот в этой комнатке используем наше устройство, которое мы выбили. Появляется портал, заходим в портал и убиваем там босса. Если нам повезет, упадут плечи. А если не повезло, то, понятное дело, выходим с игры и повторяем всю эту процедуру по новой. Вот на этом, в принципе, и все, что касается данных плечей. Кому видео было чем-то интересным или полезным, ставим лайки. А я с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока.